Тамбовчане могут присоединиться к международной акции «Открытая лаборатория» и убедиться, что наука бывает интересной. В Тамбове на базе Пушкинской библиотеки в ближайшую субботу пройдет увлекательный квест. Прийти и ответить на любопытные вопросы можно всей семьей. У возрастного диапазона акции ограничений нет. Лаборанту может быть от 0 до 110 лет. Организаторы называют открытую лабораторию сестрой тотального диктанта. В специальном журнале собраны интересные вопросы из области физики, химии, биологии, астрономии, социологии. Есть даже некий орфографический сюрприз. Вопросы эти, не сухие, научные, а на логику, критическое и аналитическое мышление. То есть, например, вот пока идет пресс-конференция, вы сами подумайте, можно ли из двух дождевых червяков сделать, из одного червяка сделать двух червяков. Почему солнце на закате красное? Почему, откуда растения берут больше питания? Из земли, из почвы или из воздуха? Может ли дельфин утонуть? После заполнения журнала участникам акции расскажут правильные ответы, разъяснив, как происходит то или иное явление. А значит, лаборанты смогут не только проверить свою эрудицию и логическое мышление, но и обрести новые знания. Организаторы обещают, будет весело, никто из участников не останется без сюрприза или подарка. Акция пройдет 10 февраля в 20 странах мира. На территории Тамбовской области она пройдет в 12 часов в Пушкинской, Бондарской, Мордовской, Донской и Платоновской библиотеках.